Привет. Hi. Хай, Михаил. Ну, я думаю, мы с тобой, как всегда, начнем раньше всех, а к нам кто подсоединится, тот подсоединится, да? Окей. Now we will start to speak about traveling. What do you know about traveling? Traveling? Yes, what is it? It is a visiting of different countries. Of course. Where have you been? I've been in Hi, Гузель! Today we will talk about traveling. Вот сейчас нам Миша поведает, где он у нас был. Okay? Давайте мы лучше Гузель послушаем. Они интереснее. Ну ладно, хорошо, давай, мы тебя тогда отложим чуть-чуть. Окей, Гузель, where have you been? Гузель! Вас плохо слышно? А, все, вы меня слышите? Да. Where have you been? Can you tell us? Oh, where I have been? I didn't travel in exotic countries. Ну, как бы сказать, I discover our country. Okay. Where are you? My last trip was in Sviazhsk. We went in. I went in with my family. Okay, with your family, of course. Great. Okay, but what a place? Can you say again, place? Больше никаких. Окей. Можно еще рассказать, что за место? Я не очень услышала, не очень поняла. Свияжск. What is it? Where is it? Where is it? Yes. Остров Град, Свияжск. Какой? Остров Град, Свияжск. А, мне кажется, я многого не знала. Это в России, да? Да. Okay, I should discover my country too, I think. Okay, we will, of course. Okay, Михаил, what about you? Where have you been? А как сказать, кстати, не так давно? Что еще рассказать? Не so far. У кого-то на заднем плане телевизор или что-то, может быть, члены семьи, я не очень хорошо пойду. Это Гузель смотрит новости. Тут уже не на кого больше это самое, как бы, пинать. У меня нет телевизора даже, мне тут там не окно. Окей, Михаил, where have you been? Sorry, can you again? Как сказать, не так давно, not so far, или как это? Недавно. Recently. Recently I was in Moscow. Really? Near a month ago. Really? Why you didn't call us? Because I'm now sitting in Moscow, waiting for you. Of course, call me, guy. Гузель, it is for you too. When you will in Moscow, please call me too. I'm here. Okay? Okay. Okay, but my, my last traveling was to Thailand. It was about okay. Tell me more about Thailand. Okay, have you been now? Гузель, have you been? Нет, никогда. Oh, please go, because the price is so cheap. People so friendly. So great weather. Really, I recommend to you. I think it is a paradise. Because really, warm water. We lived in, not so big house. It was really fantastic. It is my opinion about Thailand. Of course, they speak on English. Some of them yes, some of them no. They know some phrase like "русский." Привет, русский. Дешево. А как сказать правильно? They understand
Язык жестов, language of, как это, жестов? Как жест у нас по-английски, знает кто-нибудь или не знает? Не помню, что-то. От движения что-нибудь такое, например. Moving. Maybe moving. Нет, как moving. Знаете, движение, в принципе, движение может быть как, или жест, например, как gestures, ну вот как бы, gestures. Да, по-моему, так движение, gestures. Может, оно как-то отдельно, язык жестов, в сумме, нет? Язык жестов. Как язык жестов, я, к сожалению, не знаю. Как называется этот язык, который у нас для глухонемых языков? Ого. А? Тяжелый вопрос. Окей, я скину, как вот я знаю, называются жесты, gestures. Ого. А как язык жестов? Я уже, к сожалению, ну, если кто-нибудь в течение уроков найдет, я думаю, как-то... Есть вот finger language. Типа пантомима там? Ну, пантомима и тут есть, а вот есть finger language. Finger language. Oh, yes. Объяснить на пальцах, да? Здравствуйте, Стефан. Вы нас слышите? Do you hear me, Стефан? Вот, вот тут и нам пригодится finger language. Окей. Тогда, Стефан, надо turn on your microphone сделать. Окей. Switch on, please. It is here. If you don't understand, please write in write some message, okay, Стефан? Yes. Окей. Ну, я надеюсь, со Стефаном все будет хорошо, со Стефаном, не знаю, как звать. И он нас будет слышать, и все будет замечательно, так что все хорошо. Будем продолжать дальше. Окей. Okay. А, и закончили мы на том, что I really recommend to use Thailand, okay? Especially in winter. Because I think in winter it is the best time for visiting this country. Because it is warm, but in Russia so cold. Okay. Now we will start with some maybe phrase or some words. Hello, Stefan? Can you hear me? Yes, we hear you. Hi, guys. Okay, hi there. Привет. И привет, Ирина, тоже. Hello, Ирина. Ирина! Ирина! Окей. 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 Стефан, do you hear me now? Yes. Окей, great. Now we talk about some visiting, traveling. Where have you been, for example? I don't travel. I don't travel. I want to go in the United States. Okay, but maybe it was in your country, in our country, I don't know. Maybe some place, maybe village? No. Okay, great. On the scale that so. Okay, do you like traveling or no? I what? Do you like traveling or no? Yes. Окей, great. Ирина, hello. Мы наконец-то до вас дозвались. Ирина, hello. Надеюсь, Ирина нас слышит. Хорошо. Окей, дальше мы будем у нас продолжать с некоторыми фразами и словами. We continue with our phrase and words. For example, как будет на английском у нас хотя бы путешествовать? Travel. Travel, of course. But it can be travel. Okay, but it can be journey. What is a journey? Ну, и путешествие тоже как бы... Yes, это тоже путешествие. Сухопутное только, да? Yes, of course. Do you know maybe some other kinds of traveling? Hiking. Okay, hiking. What is a type of traveling? When you walk of woods, mountains. Окей, либо там путешествуем как-нибудь пешкодравчиком, да, например. Еще есть такой hitchhiking, это когда мы автостопом путешествуем, да? With some other auto, okay? Yeah. Okay, the next one. It is voyage. What is it, voyage? Voyage. Voyage. На французском voyage. Yes. То же самое. What is it?
Это тоже путешествие, но какое? Ну, по морю, наверное. Да, морское путешествие, voyage. Окей. Hello, Евгений. Hello, Евгений. А? Как пишется правильно? Voyage. Voyage? Да. Окей. Can you help us, Гузель? Сейчас напишу, отправлю. Ну, вроде вот так. Хорошо, если не получится, то просите меня. Окей, the next one. What kind of tourism, I don't know, traveling do you know? Some other kinds. For example, voyage and journey. It can be free, yes, of course, but it is little, short time, yes? Yes. Short time traveling. For example, it can be business trip, yes? Если вы доехали до места, до какого-то, по какому-то делу и вернулись обратно. Также, например, какое-то путешествие, когда ездят дети со школы в Петербург, да? Они доехали там, побыли денечек и обратно. Это, скорее всего, не travel, это trip. Short time trip, long time travel. Ну, это совсем легко, да, у нас, по-моему, получается. Вообще очень легко. Окей, the next point. It is traveling by what? What about transport? You can use train. By plane. Plane. What? Bus. By car. Ah? By car. Okay. Maybe some ways another. By bicycle. By bicycle. Okay, great. But we should remember one point. If we go by transport. It can be by plane, by car, by train, but if we use our feet, yes, by on foot, sorry, yes, on foot. On foot, да. If we use our legs on foot, by some transport, but on foot, okay? Okay. It is understandable? Yes. Михаил, how to say, я иду... От дома до школы пешком. I go from the home to the school by. Еще раз в конце не слышно. By foot. No. On foot. That's it. Yes. Ребята, кто-нибудь вас может повторить для Михаила, чего у нас такое, в чем была его ошибка? Кто первый? Кто повторит? Потому что я, наверное, кусок прослушал, я так в конце уже что-то там... Хорошо, ребята. Степан или Гузель? А вот Ангелина у нас еще не говорит. Ангелина нас не слышит пока. Ангелина не может говорить. Ангелина! Свиштон! Микрофон! It's here! Here! Окей, Ангелина, hello. Hello. Hello, Ангелина. Привет, мы сейчас разговариваем о туризме и как передвигаться туда-сюда. И вот сейчас кто-то из ребят, кто слышал, Стефан или Гузель, объяснят как раз и вам, и Михаилу, и Евгению, если он еще нас не слышал, а какая у нас есть разница между тем, путешествуем мы каким-то либо транспортом, либо ногами своими. Окей. Guys, can you help us? Кто-то к нам еще добавился, Ирина, это снова Ирина. Гузель или Стефан? Гузель или Стефан, can you help us? Стефан, Стефан. Стефан! Стефан is not home. А? Can you help us? No. No! Why? Okay, if we travel, if our traveling, we use some transport, for example, plane, Михаил для вас в первую очередь, train, cars, or something like this, we use by, go by train, go by bus, go by car. If we use our legs, yes, feet, legs, we use on, пешком, go on foot, yes? Okay. It is understandable?
Yes. И теперь как будет правильно звучать наше замечательное предложение, которое я спросила? I go from home to school, to the school, on foot. On foot, yes. On my foot. Okay, on foot, yes, of course. Ирина, привет еще раз. Вы нас не слышали в прошлый раз. Можете слышать не Ладно, хорошо, будем продолжать дальше. Of course, at first time, for example, we in some new place. What we should do? What we need? Huh, guys? Yeah. What we need? We need money. Of course, we need money. But maybe we need some information, yes, too. Information. What do you think about information? Information? Yeah, about... About... sites, different sites and names of streets. Yes, maybe some about some ways, how we should go to some place, clock, I don't know, and something like this. It's first time. What's the first question it can be? First question. There are, не знаю, dwelling. Hostel, of course, it can be about place. It can be about hotel or hostel. Do you have? Do you know some difference between hotel and hostel? What's the difference between hostel and hotel? Hostel is more cheapest variant for tourists who have как бы ограниченный. А ограниченный что? В каком контексте ограниченный? Бюджет. Бюджет? Maybe a little, да, например? Little budget. Yeah. Или budget. Not so much money, for example, yes? Okay, but it is like one room with, I don't know, 6 or 10 people, I don't know, yes? Yes. Okay, but hotel, it can be a little bit expensive. Maybe not a little bit, maybe much. But it is one room for one person. I'm right? Hello? Yes. Okay, great. Now it is some questions. Okay, how I should ask? Как мне добраться до чего-нибудь, до кафе? Ирина, можете нам мне помочь? Ирина! Ирина! Ирина. Окей. Ладно, хорошо. Ангелина? Ангелина, да что ж такое-то? Я чувствую себя какой-то безответственный. Все работают на прием. Все хотят слушать. Окей, great, but you should talk too. You should speak. Окей, ладно, хорошо. Мне в прошлый раз тогда Стефан не ответил. Давай в этот раз. Can you help me? Стефан! Oh, no. No. Окей, Ангелина, может, вы меня услышали? Давайте okay. Я помогу, чем? Окей, Михаил, can you help me? Как сказать по-английски? Где находится кафе? Where is cafe situated? Что? Situated, не знаю, это тут уместное слово, оказывается. Place to eat. Что? Place to eat, наверное, место, где мы... Или кафе, да? Кафе. Кафе. Yes, кафе. Where is кафе просто, да? Да, where is кафе, for example. The next one, добраться. Как по-английски добраться? How to get to, что ли? Yes, how to get to, это проще, да? How to get to, of course. Окей, it is great, but we need some... Ну, я думаю, мы не будем заостряться на всяких там «я не понимаю», «спасибо», «пожалуйста», это и всем и так понятно, да, наверное? Кому-то непонятно, скажите «да», кому непонятно. Но так как вы мне, в принципе, ничего не отвечаете, то на этот ответ я рассчитывать тоже не буду. Поэтому мы едем дальше, окей. Например, у нас есть какие-то стандартные просьбы, вы говорите на каком-то, вы говорите на таком-то, я понимаю, не понимаю, да, например. Хорошо. How to say, for example, if I a little bit don't understand somebody, how I should say about it to this person?
Если не понимаешь, да, или как? If I don't understand, yes. Could you explain me? Как-то так. What's more? Could you repeat? Ну, или, смотря, что ты хочешь как бы ему донести, какую мысль. Например, я хочу, чтобы он говорил медленнее, потому что я не совсем понимаю его. Could you speak slowly? Yes, almost slowly. I don't. Okay, потому что там совсем я не понимаю. I don't understand. Совсем такой топорный вариант, да? Допустим, I'm from Russia. I don't understand beers and vodka. Okay. Ну, кстати, как ни странно, многие из иностранцев так и видят, и я вас чуть-чуть поделюсь опытом, что один раз когда-то, это было года 3 назад, надеюсь, сейчас в Америке так никто не думает, правда, один американский мальчик спросил меня, ты ведь русская, да? Я говорю, ну да. А сколько ты каждый день водки пьешь? И он очень удивился, что я не пью водку, правда. Я говорю, почему я должна пить каждый день водку? Ну, а чего нет? А вы так не делаете? Ну, он думает, что водку как чай сижу, пищу. Ну, ладно, в общем. Это никак не отражается на внешнем виде. Это типа русские. Да, почему бы нет? Думаю, а чего бы не выпить? У них там в 6 часов вечера в Англии это tea time, а у нас будет водка time. Почему бы нет? Так и бывает. Окей, the next one. Кстати, еще небольшая разница между can и could. What's the difference? Could это, как бы это... Прошлое время, да, прошлое. Of course. Could, it is past time, yes? Could. Past time. Yes. But, if you ask somebody about something, it is better. It is more pleasant, more polite. Okay? Это лучше, это более вежливо, когда вы говорите could, нежели can. Могли бы вы что-то сделать? Допустим, можете мне помочь? Can I help you? Could you help me? Могли бы вы мне помочь? Это будет по отношению к незнакомому человеку гораздо лучше. Окей? Окей, окей. For example, как сказать, могли бы вы мне дать книгу? Could you give me this book? Окей, could you... Of course, of course. The next one. Я хотел бы... I would like... I would like, да, I would want, I want. I want, but, I want, yes, but more pleasant and more polite. I would, yes? Yes. Okay, почему нельзя сказать I would like, to, I would want, да, например, я слышала такой вариант, I would want, это вы, да, Гузель, сказали? Нет, это Ангелина или... Еще не кто-то. Сказала would like. Голос извини. Я где-то там would want слыхала, может быть, пересекли с кем-то, потому что would, это по сути это и есть want, да, например? Только это бы, я хотел бы, I would like to say, я хотел бы сказать, да, например? Тут понятно, что would это примерно то же самое, только это у нас идет также want, would, can, could. Так что у нас в любом случае I would want вообще не будет, не может быть, даже если вы этого не говорили, окей? И I would like to. Или можно еще заменить may I have. Допустим, если вы где-нибудь в ресторане, в кафе, may I have. May I have a menu, for example, yes? Mm-hmm. May I have a menu. Окей, great. Стефан, вы с нами? Yes, I'm here. Great! Can you say how to ask a menu from a waiter politely? Тоже так же, наверное. Could you put, не знаю, или как. Okay, Стефан на меня чуть-чуть обратил внимание, среагировал, ответил. Не сделает, нет? Да, забрали ответ. Стефан. Какая ваша версия? Can you could tell me about whoever? About what? Whoever. Повтори, пожалуйста. Можно еще раз? Можешь еще раз повторить? Как спросить вежливо у официантки меню? Меню. Алло?
Can I make the menu, please? Okay, great. But now we talked about that it can be better if you use a could, yes? Yes. Could you give me or may I have, yes? Yes. It can be more polite, yes? Better, I think. In some restaurant, something like this. Maybe some bar, it is a city. Okay, the next one. If we need, что бы мы дальше хотели? How to say багаж in English? Baggage или luggage, да? Yes, baggage or luggage, yes? Mm-hmm. Я слышала два женских голоса, которые говорили это на перебой, я это слышала оба, и так далее, и так далее, и так далее. Окей, Ангелина, how to say деловая поездка? Business trip. Of course, business trip. How to say in English, Михаил? Это у нас мы путешествуем группой. We travel in group. Okay, or with our group, yes? Okay. Так, мне нужен переводчик, Гузель. I have to. Нет, хотя. I need an interpreter. Yes, of course. Need. Мне нужно, да? Need, for example, да? А как translator или interpreter? Смотрите, что что касается. Одинаково. То, что касаемо translate, да, именно, и interpret, что это у нас такое обозначает. Translate – это просто буквально translate, да, например, Google Translate. Ты его залил, но он его буквально перевел. А то, что у нас уже интерпретируют, да, скажем так, по-русски есть такое слово «интерпретировать», это когда есть текст, мы его дословно переводим, а дальше мы уже не в художественной обработке, а так, как это будет хорошо звучать для русского, да, например, уха. Потому что вот эти вот самые переводчики, которые словесные переводчики, они не translator, они вот как раз-таки интерпретируют. Потому что они слышат фразу, которую говорит человек носитель языка, они ее у себя в голове понимают и выдают уже для человека, которому надо понять так, чтобы это было корректно в русском языке. Окей? Okay? It is understandable? Okay. Now, some useful phrase, and now we go to practice. How to say in English аптека? Medicine. Yes. How now, bro? Huh? Еще раз можно? Medicine. Medicine. Okay, or maybe something more? Drug. How to write? Что именно? Ну вот и то, и то. Окей, Стефан, can you help us? Can you write it? Can you? As a moment, no. А? No. Why? Окей. Drug shop. Окей, drug shop. Я сейчас напишу. Почему не совсем, да, medicine? Потому что medicine – это медикаменты. Drug shop называют аптека кое-где. Еще более распространенные, скажем так, названия аптек. Я встречала как pharmacy, for example. Have you heard pharmacy? Фармацевтическое uh-huh. что-то. Pharmacy? Pharmacy shop, да? Просто pharmacy. А, pharmacy? Mm-hmm. Да, просто так. Окей. Chemist shop. Chemist shop. Знаете, как chemistry есть такая? Chemistry. Химия, наука в школе. Chemistry. Yes. Вот там также chemist shop пишется. Ну, произносится как chemist shop. Это тоже аптека. Ну, for example, if you need some. Yes? Okay? The next one. If I want to go to eat, where I should go? At the restaurant. Yes, restaurant. Some more examples. To the cafe. Может еще кто-нибудь знает какие-нибудь варианты? Там, ну, to the
bar, for example. Ну и дальше. Окей. Хорошо. For example, if I need to see, if I need to spend this evening very good without some bars, go to some cultural place. What a way I should go? Cultural place. Can be my cultural evening. What I should do? Maybe you go to the theater. Theater, yes, of course, to the theater. And the next one, if I want to see some film. To the cinema. To the cinema, yes, to the cinema, of course. If I need to see some exotic animals. To the zoo, of course. Так что вот мы попытались разобраться в каких-то там наших словах, которые мы используем за границей, куда мы обычно ходим. Это, думаю, у нас понятно. Of course. For example, if I want to find way, what I should use? The map. Map. Yes, of course, map. Okay, great. Дальше. Как у нас будет по-английски загорать? Кто-нибудь знает? Что еще раз? Загорать. To have some rays. To take some rays. Можно чуть-чуть погромче? Ангели, у вас очень много. To take some rays. Окей. Sunburned, да? Sunburned или как-то так? Окей. И можно to get a tan. To get a tan, да? Получается загар, скажем так. To get a tan. Yes, tan. Пишется из трех букв это слово. Окей, дальше. How to say in English каникулы? Там университет. Холод, а нет. Weekend, что ли? Weekend. Vacation. Yes, great. Vacation, of course. Vacation. Vacation. Записать? Угу. Vacation. Vacation. Окей, the next one. What is it? Okay. Maybe. Yes. Children. Study. Our lesson. How to say? А вот лучше, наверное, будет нам слышно, да? Okay, да. Okay. Смотрите. Если сказать, как путешествовать за границу, как сказать? Ездить за границу. To travel in abroad. Yes, abroad, of course. And the next one, so important. Бензин, как будет по-английски, очень важно, как это у нас показалось. Petrol. Окей, а еще как? Oil. Oil. Окей, oil, yes. Oil это же масло вроде. Oil это масло применяется у нас также. А еще как чего у нас там лучше-то использовать дальше? Мы использовали. Кто у нас на машинном уроке был? Узель точно была. Газолин. Yes, of course. Yes, of course. The next one. How to say in English взлетать? Take off. Or, for example, to leave the ground, да, например, покидать землю, вот в таком порядке. Окей, а еще несколько слов, и будем жестко прям практиковаться. How to say путешествовать на корабле? Travel by ship. Of course, by ship. By ship. Yes, ship. Окей, how to say мотоцикл? Bicycle. How to say рюкзак? Какой-нибудь бэг. Куда это все пакует? Бэг, или как-то так. Бэкпэк, yes? Yes. Что-то вот такое, да. Окей, а как правильно пишется? Прям подряд бэк-бэк или как? Так и пишется. Бэкпэк. Да. Сейчас кину секундочку.
вас найду. Бэк как? Ну ладно, сейчас. Бэк. На спину вешается вот эта вот штука. Окей. Now please practice, because I think tourism is a so simple topic. It can be better to speak. Сейчас у нас будет Гузель говорить какую-нибудь нужную для туристов фразу по-английски, а Ангелина ее переводить на русский. Окей. Где находится кафе? Это же самый легкий вариант. Where is the cafe? Great. Ангелина. Ангелина или Юлия? Ой, Ангелина, sorry. Можете теперь вы сказать фразу на русском, а Стефан нам скажет ее очень вежливо на английском. Не подскажете путь до музея? Can you tell me the... Как будет путь? The way. Way can be. Yes, way. What? Way. Way. Way, yes. Wait, for messages. Еще раз, можешь? Повтори на русский. Ли путь, не подскажете ли путь до музея? Или не покажете? Can you... Сказать, да? Can you say me the way at the... Куда? Museum? Of course. Но сейчас мы разберем некоторые штуковины, которые можно в этом предложении сделать лучше, да? For example, can, it can be better заменить на could, да? Например, если какой-нибудь незнакомый человек, а если он еще и, допустим, ему не 15 лет, то лучше все-таки could, yes? Yes. Okay, you agree with me. The next one. Что мы сказали? Can you say, да? Yes. Say. Okay, what's the difference between tell, say, and speak? Who can help me? Nobody. Tell – разговаривать, say – говорить, и... Ну, say – именно просто говорить, а speak – это... Разговаривать. Информацию передавать. Ты информацию передавать. Да. Смотрите, допустим, tell. Начнем с самого длинного. Tell. Рассказывать что-то, да? Нельзя так сказать. Speak me about yourself. Tell me about yourself. Расскажи мне о себе. I will tell the story. Я буду рассказывать историю, да? Дальше. Speak. Говорить. Говорить на русском. Говорить на английском, да, например. Это понятно. Сначала tell – рассказывать, speak – говорить. The next one. Say – сказать. For example, she said – она сказала, да, например. Или что-то такое. Sammy, where is, I don't know, a cab? Скажи мне, где это, where is the cab, да. Где у нас чашка, да? Sammy, say. Say to me, sorry. Окей, say, сказать, speak, говорить, tell, рассказывать, окей? Окей, and the way. Последний пункт, который можно исправить. Степан, я думаю, вы нас слышите. Way to museum, yes? To the museum. Yes. To, направление, to, yes? Yes, направление, to. Если бы мы были там где-нибудь в музее и так далее, было бы и на так to, окей? Окей. Great. Ну я, а теперь как могло бы звучать предложение, если бы оно бы полностью, ну, идеально правильно? Could you tell me the way to the museum? Окей, а Стефан? Could you tell me the way to the museum? Yes, of course, to the museum or to museum, I don't know. Окей, молодец. Дальше, теперь, Стефан, говорите, пожалуйста, у нас предложение на русском. Что-нибудь такое туристическое, а Михаил, конечно же, с легкостью переведет. Давай. Стефан?
Можете показать на карте путь музея? Путь на карте, да. Как карта у нас будет, говорили? Что-что? Как карта у нас будет, говорили сегодня? Map. Could you help me with the way to the museum on the map? Окей, а как покажите на карте? Покажите. The map. Еще раз? Не, покажите. Показывай. Ну? Шоу. Шоу. И как это у нас шоу будет? Покажите мне на карте. Could you show me the way to the museum on the map? Окей, показать на карте. На карте. Так, пока... Вот просто переводите, переведите мне показать на карте. Show me on the map. In the map, yes? In the map. Uh-huh. Show me in the map. Почему in, а не on? Есть у кого-нибудь вопросы? Кому непонятно, почему in the map, а не on the map? Мне непонятно. Окей, смотрите, здесь есть у предлога in такая вот штуковина. Если, например, говорят, что ты видишь на картинке? What you see in the picture? Как бы, что ты видишь в этой картинке, в пределах этой картинки, что находится? Немножко тут даже не то, что правило, не правило, а тут немножко другая логика. Не то, что ты видишь, вот на, вот есть картинка, вот на ней что-то стоит, на ней я вижу, а я вижу в ней самой, в этой картинке. Другая логика. Все понятно. Так что, что я вижу на картинке, будет in the picture. Покажите на карте in the map. Yes? Okay? Understandable for everybody? Yeah. Okay, great. Михаил, well done. Окей, Михаил, теперь мы Ирине. Ирина, вы слышите нас? Да, 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 окей. Наконец-то мы можем с вами поздороваться нормально, а то здоровались здесь, слышали, или не знаю, что было. Михаил, что-нибудь Ирине такое туристическое она переведет? Подскажите, как пройти к памятнику Петра Первого? Please tell me how can I get the Peter's first sculpture? Okay. А памятник он всегда скульптор был? Не, я просто не знаю как памятник. Вот я что и задал, как бы. Смотрите, статуя, да, чего сказал Михаил или чего? Да? Памятник. Памятник. Это монумент. Если это какой-нибудь, например, умершим солдатам или чему-то там еще, it can be memorial, yes? И если это статуя какого-то писателя там или кого-то, например, it can be statue. Статуе пишется, okay? Memorial, what's more? Monument or statue. Okay, great. Евгений, вы с нами? Да. Ну ладно, окей. Ирина, и вы тогда Гузели что-нибудь такое задайте. Скажите, пожалуйста, в вашем отеле есть свободные номера? Окей. Could you say, do you have free place in your hotel? Free room. Окей. It can be place or it can be room, yes? Окей, okay, it can be room. Номер тоже можно как room использовать. И сейчас мы про туризм действительно очень много всего знаем, а самое главное нам не растеряться с иностранцами, немножко успеть побалакать. Вот то мы сейчас попробуем немножко по-другому. Будем играть в игру, но это будет игра намного легче, чем была в прошлый раз, когда мы глаголы пытались разгадывать. Мы сейчас загадываем любое место, будь то ресторан по-английски, будь то путь, будь то карта или еще что-нибудь, это слово по-английски. И самая главная задача, без упоминания этого слова, нам его на английском объяснить. Используем, чтобы нам сильно плохо не было, какой-нибудь, либо там, ну, короче, simple будем использовать времена, present simple там или past simple, ну, в общем, давайте simple, чтобы не запутаться во временах. Самое главное сейчас смысл, а не совсем грамматика, окей? Но будем стараться, чтобы предложения наши шли грамотно, окей? Окей. Who want to start? Посмеялся Стефан, вот он и начнет.
I like drink this in the morning. She's make in Brazil. Is black colors. Who knows? Nobody knows, really. It is so simple, guys. Come on. Black colors. Color. Colors. Color. Yes. Color. Yes. Рио де Жанейро. Окей, Стефан, продолжай, если ребята не поняли, что это. For what this thing? Why we use it? Because this make me give me energy and okay. Yes. Of course. Yes. Неужели только я догадалась на пункте, его делают в Бразилии? Это, скажем так, может и не совсем супертуристическое слово, типа там, не знаю, полет, билет и так далее, но его тоже нужно объяснить, и как раз-таки в Бразилию едут найти кофе, и некоторые забывают слово, надо пытаться это объяснить. Окей, у нас угадал Михаил, давай продолжаем. Мы тут что, даем определение словам каким-то, да? Да! What do you see on the beach of the sea? People. It's only in Crimea. What? On the... А как правильно? Что правильно? На земле, как бы. Вот, on the land? On the ground, yes? On the ground. On the ground. Uh-huh. I don't know, maybe it is umbrellas? I saw so many umbrellas in the beach. No, I think it's... Мы говорим на русском, да? Потому что мне интересно вот как раз словечко одно. Okay, I understand. We try to know it, yes? Мы его сейчас узнать, да, пытаемся? Ну, давайте уже я его подскажу вам на русском. Окей? Песок, чтобы не гадать. Yes? Yes, do you know this word? Я вот не знаю, я поэтому и спрашиваю. Sand, yes? Sand, да. А как пишется правильно? Сейчас, сейчас. Ну, давайте вы скидывайте. Окей, sand, песок, sand. Окей? Great. The next one. У нас угадал женский голос. Их у нас сегодня три. Кого бы нам, кто из трех женских голосов хочет? Ну? Тут надо заставлять. Давай, Ангелина у нас на букву А. Давайте, Ангелина. It's a cultural program. Some tourists try to visit... Sorry, can you a little bit louder? Louder. Because it is hard to... Можно чуть-чуть погромче? Ангелина? Ангелина? Бывает. Ангелина, если вы меня все еще слышите, можете еще раз то же самое, но только погромче, а то очень тяжело. Слышно? Или мне только тяжело слышно? Не знаю, можете сказать? Нет, что-то вот действительно как будто издалека чуть-чуть, а сейчас вообще нет. Да? Ангелина! Ну, давайте пока переключимся на кого-нибудь другого. Окей, ладно, Гудель, давайте вы продолжайте.
Я еще не придумала. Да, любое абсолютно слово, которое нам может где-нибудь в поездке встретиться. Это может быть архитектурные здания, какие-то памятники. Это могут быть дома, ну, что угодно. Самое главное объяснить. We use this thing, ну, как бы, in order to call people, to communicate with people, with people. Maybe one people ask you this thing, to communicate with your friend. Ну, как это сказать? Окей. Wi-Fi? Как бы в этой штуке есть Wi-Fi. Смартфон. Yes. Окей, смартфон. Окей, great. This thing has Wi-Fi. Yes, in English, if we try to say, okay? Please try to say in English, okay, guys? Okay? Okay. Mm-hmm. It can be better for you, really. Irina, can you help us? Yes. So there is a place where we can live in our traveling. Mm-hmm. Hotel, hostel. Yes, this is right. А как будет арендованная квартира? Rent flat. Rent flat. Okay. А иногда еще место такого не, ну, скажем так, временного пребывания называют accommodation, да, например? Accommodation. Accommodation. Сейчас напишу. Ой, у меня русская раскладка. Accommodation. Насколько я помню, вроде как так. Accommodation. Yes? Mm-hmm. Иногда даже про общагу универскую используют как accommodation иногда, потому что, ну, как бы, место временного такого пребывания, да, размещения, скажем так, такое. Окей. Сейчас, Ангелина, вы вернулись к нам? Да, мне вернулось. Окей. Please, continue our task. А можете все-таки закончить наше задание и нам сказать, объяснить какое-нибудь слово, а мы будем отгадывать. Окей, can you please? It's a cultural program. Some people try to see this program in the evening. There are a lot of spectacles, and you can use one of these. Hard question. What? Hard question. Musical? Yes. Yes. Musical? Yes. Okay, great. Thank you, Angelina. Okay, now we will start to describe something. For example, actors. Ребята, как вы относитесь у нас к предлогам? У нас был как-то целый урок, который мы проходили. Предлоги можно даже посмотреть, так как эти, собственно, уроки сохраняются. По поводу предлогов. Кто у нас более или менее как-то в предлогах разбирается? Maybe I, maybe me. Okay, maybe you, okay. Михаил тоже должен разбираться, потому что он присутствовал на занятии. Гузель тоже, кстати, присутствовал. Да? Он prepositions? Yes. Вроде бы нет. Да? Да? Я не помню. Ага, now to try. Of course. At first, Ирина, пожалуйста, идите ко мне. Как мне пройти до музея, если музей находится за углом? Как угол пойти? Corner. Corner. In the corner. In corner. А за углом как? Ну, in the corner.
off moon. На углу, это на углу. On the corner. On the corner. А? On the corner, да? Это на углу, а за углом? To the corner. Under the corner. Sorry. For the corner. Down the corner. Как еще? At the corner. Окей. Я не слышу, а что Стефан сказал еще разок? Round the corner. О, еще разок. Round the corner. А, я уж думала, нет. Пошутил. Так, Михаил знает точно, 30 раз повторяли. At the corner. Окей, but maybe behind the corner. Окей, мы сейчас найдем дорогу, чувствую, если мы будем не знать behind. How to say, спереди чего-то находишься? Behind. In front of. А? In front of. Of course, in front of. Рядом. Near. Near. Of course, it is near or at. The next one. Как это находится через что-то нам надо пройти? Across. А если нам надо пройти через лес, сквозь лес нам надо пройти, сквозь вот эти деревья, которые не дают... Through. А? Through, of course. Есть понятна разница между across и through? Это если across, то через... Трын-тын-тын-тын, просто мы идем. Если through, то вот through. Допустим, see through the window. Смотреть через, ну, сквозь окно, да? Из окна. Понятно это, да? Окей, great. Now, start to practice more, for example. Сейчас у нас будет небольшой диалог Ирина и Гузель сначала. Гузель у нас будет девушка, которая заблудилась. Как у нас заблудиться? Заблудиться. Lose the way? А? Lose the way? Может быть и так, но... Get lost. Yes. To get lost. Сериал такой у нас был. Окей, дальше. Так, Ирина, значит, Гузель потерялась, хочет найти дорогу в отель. Ирина нам расскажет и использует чуть-чуть предлогов. И может быть, знаете, там, hotel, motel, там, не знаю, pharmacy, как там где пройти и так далее. Где практически можешь найти. Окей, start, girls, please, we will hear. А все слушаем, какие девчонки у нас могут сделать ошибки и запоминаем. Hi. Hi, could you help me? I have a problem. Yes, please. I got lost. I want to find hotel or dwelling that I can be on one night. Can you have an address of your hotel? Do you have the address of your hotel? Без разницы. I want to find. Okay, I understand. So you should go straight this street, and then left. Straight the streets till the перекресток. Crossroad. Mm-hmm. Не расслышала. Crossroad. Crossroad, sorry. Straight the street to the crossroad, and then go to the left, and there. Thank you very much. Okay, nice. Thank you. Нет, надо, как правильно сказать, кстати, а в конце спросите у кого-то еще. Can you ask, I don't know, somebody else? Спросите еще, может быть, somebody else. То же самое в голову пришло. Окей, ничего, молодцы, правда. Импровизация удалась.
Если мы пытаемся побеспокоить какого-то человека, ну, в плане того, что спросить его о чем-то и так далее, excuse me, yes? Excuse me. Excuse me, это значит не то, что извините, в смысле мы извиняемся. Не, не извиняемся ни разу. Это типа там, hey, только это очень вежливая форма, да? Обратите на меня внимание, я вас сейчас буду немножко беспокоить. Далее в программе. А у нас... Ангелина, я с вами поразговариваю, а вот мужской разговор у нас пусть состоится. Стефан? I'm here. Вы у нас будете иностранец-покупатель, Михаил у нас будет местный продавец. Вы должны будете купить у Михаила что-нибудь, каких-нибудь фруктов, овощей. Вам надо спросить, сколько, какой будет, например, ну, вес. В килограммах, там сколько, допустим, вы должны ему объяснить. Просить, соответственно, цену, и если сможете, то какую-нибудь скидочку, скидочка, дискаунт. Окей. Вес, как у нас по-английски вес? Weight. Weight. Килограммы. Килограммс. Фунт. Вес, of course. Также, чего еще такого бы не знать? Да вроде все должны знать. Окей, Михаил, are you ready? Михаил? Михаил готов? Готов, готов. Михаил продавец, Стефан покупатель, поехали. Hello, how much cost at the font of orange? It's $10. $10. If I buy two pounds orange. I have a discount. I think you may be you may have правильно. Ты можешь иметь да. You may have a discount if you buy 100 kilos. Okay. And if I buy you 100 pounds pounds orange in a year, it's okay? I have it come. Have a lorry? I will be very happy if you buy 100 kilos of orange. Give me one pound of orange, please. Okay, take it. Okay, great. Thank you, guys. It was very good. It was a wholesale, да? Как сказать, оптовая продажа у нас чуть ли не началась, да? Например, wholesale. Окей, дальше. По поводу того, что, например, take it, да, можно, например, here you are, да, пожалуйста, типа, возьмите. Here you are. Yeah. Here you are. Here you are. Да. Here you are. Это значит... Here you are. Держите, типа. Да, типа, держите, пожалуйста. Окей. Ну, а так, в общем-то, молодцы. Только если чуть-чуть добавить вежливых слов немножко, иногда вместо can, как я вот иногда все вредно настаиваю, иногда could, допустим, would, вот это вот самое иногда подиспользовать. Это никогда лишним не будет, да, например, may I have, тра-та-та-та-та, да? Окей. Okay. Now, Ангелина. Так, Евгений пока опять не с нами, еще пока далеко. Come on with me. Что у нас будет с нами? Вам надо купить каких-нибудь... Нет, купить не надо, купить это уже было. Есть у вас какая-нибудь... Ребята, идея для вот какого-нибудь туристического диалога. В аэропорте, может. Окей, for example, in the airport. Надо вам найти нужную вам кассу, где продают билеты, да, например. А, нет, даже скажем так, вы у нас человек, который едет транзитом, и вам надо найти, где вам поесть во время вашего перерыва в 8 часов. И вы должны мне объяснить то, что вы пересаживаетесь... У вас перерыв 8 часов, разница, difference, и поэтому вам надо бесплатно поесть. Я вам должна дать талончик на это все дело.
и проводить куда. Окей? То есть у меня получается свободные 8 часов, и я должна найти, да, где я могу... Да, у вас разница между самолетами 8 часов, вы в каком-нибудь аэропорте, for example, не знаю, где-нибудь в Дубае. Вот, и вас авиакомпания обязана покормить бесплатно. А я такой человек, который там сидит просто на ресепшне, и вы должны мне объяснить, что я должна вам дать талончик и объяснить, где нужно поесть, потому что у вас 8 часов пересадка, и мы обязаны это вам сделать. Окей. Ну, я уже подошла, да, к Кассе, получается? Окей, hello. Hello. Can you help me? I have a difference with my flights to Delhi and Dubai, for example. I need a ticket for my dinner. Okay, how long is the difference? Sorry, I didn't hear. A difference from flights. 8 hours. Okay, difference between your flights, it is 8 hours, yes? Yes. Okay, and what you need, can you repeat? I have difference between my flights. Mm-hmm. It's over 8 hours. Okay, and what? And I need a ticket for my dinner. Oh, yes, of course. We need to give you dinner, of course. Here you are. It is a ticket for you. I will go with you to show a cafe where you can have some maybe lunch, yes? Yes. Okay. You prefer European or Chinese food? Vegetarian. Vegetarian, of course. We go to European cafe. Okay. Hey, right, it's here. Have a nice lunch. Have a nice day. Bye bye. Okay. Thank you very much. Okay, great. Ну, на самом деле, это у нас все такие, даже в аэропортах. Многие у нас ребята включают дурачков и непонимашку, что, а что вы хотели-то? А у нас надо, вы меня должны бесплатно покормить. А почему? И так далее, окей. И, например, чуть-чуть забыла спросить, допустим, can you show me your tickets? Да, например, покажите ваши билеты, вот такая вот разница, окей? Окей, great, guys. Now, я скину вам чуть-чуть всяких разных сейчас еще слов в message, которые вам могут пригодиться. Это название транспорта, но я думаю, транспорт вы и так знаете, всякие там... бас и так далее, допустим. Спасательный жилет, life jacket, yes? Как это написать? Я написала вам всякие различные слова в сообщении. Кому нужно скопировать, пожалуйста. Это типа там велосипед, поехать за границу, карта, вот спасательный жилет, самолет, там... Скучать, еще что-нибудь. Окей. Мадам, снюхать. It's so useful, I think. Окей? Great! Ну что, еще всем учить предлоги, всем учить вежливые слова обязательно. И будем в этом практиковаться, еще раз практиковаться. Все за этот урок достаточно, ну хотя бы, насколько нам хватило времени, сумели поговорить. Я вам действительно очень довольна, и Окей. Have a nice evening. Keep in touch. I will wake you in the... I don't know where. Thank you. Tomorrow. Not tomorrow. It's Monday. I don't know. Okay, in the next lesson I will... it will be great to see you again. Bye-bye, guys. Bye. Keep in touch. Bye.